Вот не любят у нас героев, нам моральных уродов подавай, да побольше. Особенно упырей от режима начинает трясти, когда порядочный человек во власти появляется и пытается работать мерзавец в интересах людей, не только упырей от режима, впрочем, но и сектантов-дебилов, которые тому режиму поклоняются, тоже трясет от этого. Хорошая новость для дегенератов, плохая для всех остальных. Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в понедельник о своей отставке. Да, та самая Сардана, которую уважает практически вся страна. Которую по-другому, как железной леди или народным мэром и не называли, которую действительно любили и было за что. Мэром Якутска ее избрали 2 года назад, и она сразу же начала принимать решения, имеющие большой резонанс во всей стране. В частности, распорядилась продать дорогие автомобили чиновников, а вырученные от этого деньги направить на обустройство школ. В тот же год Авксентьева запретила проводить новогодний корпоратив мэрии за счет бюджетных средств. Вместо этого сотрудникам поручили подготовить детский спектакль и гастролировать с ним по детсадам. Многие неоднозначные инициативы Авксентьева предварительно обсуждала в Инстаграме. Вот, кстати, очень показательный момент. Вам тоже резанула слух оговорка пропагандиста? Вот это. Многие неоднозначные инициативы Авксентьева предварительно обсуждала в Инстаграме. О как! Это, оказывается, называется неоднозначными инициативами. То есть, когда чиновник вместо покупки дорогущих иномарок для толстозадых папиков ремонтирует школы, когда деньги, заложенные на пьянку в администрации, тратятся на горожан, а чинуш заставляют этих горожан ехать поздравлять, подарки раздавать, вручать, ну и так далее. Так вот, такое поведение лишние хромосомные почему-то называют неоднозначными инициативами. Вы вообще понимаете, насколько мы деградировали, на какое днище опустились? Но самое печальное не это. У нас и так-то во власти нормальных людей по пальцам пересчитать сейчас вот еще на одного меньше стало. Официальная версия: Авксентьева ушла по состоянию здоровья, но мы-то с вами догадываемся об истинных причинах случившегося. Начинаем! Впрочем, я не думаю, что кто-то здорово удивился от прилетевшей новости из Якутска. О том, что по-настоящему народных избранников будут прессовать, ну что, мы не знали об этом. Все понимали, оно было лишь вопросом времени. Одним из первых, кстати, очухался Ройзман, экс-глава моего родного Екатеринбурга. Мужик 2,5 года назад просек, что пора соскакивать. Что время героев прошло, что армия бесов всерьез настроена церемониться с неугодными. Больше не буду. Я уже это воспринимаю как стихийное бедствие. Ну ты же не обижаешься, что там слякоть на улице. Ну что, ну да, вот так вот, в таких условиях живем. Но по местному самоуправлению, конечно, его практически не остается. Официальной версией самого Ройзмана тогда, однако, стала история с отменой прямых выборов мэров. На самом деле, я в этом уверен, Евгений Вадимович действительно понимал. Выборы после позорного восхождения Путина на престол в 4-й раз вообще никакой роли больше играть не будут в политической жизни страны, в смысле. И он оказался прав. Ну вот Фургал в Хабаровском крае победил по итогам всенародного голосования в том же 2018-м. И что? 2 лет мужик не отработал, на СИЗО поехал по какому-то левому, кривому обвинению. Для полпреда грустно выглядит не то, что очень низкая зарплата в Хабаровском крае. Она правда очень низкая. Работы нормальной нет. Люди вовлечены в какое-то там, не знаю, нелегальное лесорубство, потому что, опять же, работы нет. То все разъезжаются. Не в этом проблема. А грустная ситуация выглядит, что ваш рейтинг растет, а президента рейтинг падает. Вот и все. Это главное преступление, которое может совершить политик в России. Тогда же, кстати, пошли разговоры о том, что в обозримом будущем судьбу хабаровского губернатора могут повторить и другие белые вороны, в частности, фамилия главы Хакасии Коновалова называлась. Фамилия Сарданы той же. Не прошло и полугода, у Авксентьевой вдруг случаются проблемы со здоровьем, она подает в отставку. Совпадение действительно чудо чудесное, прям, а?
Кстати, предлагаю по этому поводу послушать предсказание моего коллеги Коли Бондаренко. Сделано данное предсказание 2 недели назад, в конце декабря 2020 года. Чуваку бы, слушайте, в битву экстрасенсов, шепсов, под орех разделал. Чтобы вы понимали, Единая Россия не позволит таким вещам происходить. Почему? Потому что, во-первых, это создает такую плохую атмосферу для всех остальных. Ну вот же, может же работать. А чего вы так не работаете? Зачем населению понимать, что есть альтернативная позиция? Тем более в рядах правящей партии. Ну и серьезно, да все, закончились игры в демократию. Теперь с концами карточный домик посыпался. Потому что они на самом деле боятся, что народ начнет прозревать. Потому что они на самом деле боятся всех этих Авксентьевых, Фургалов, Коновалов. Нет, ребята не великие политики. Упырей просто с этими людьми граждане начали сравнивать, и результаты сравнения получаются отнюдь не в пользу стабильных лохотронщиков. Ну согласитесь, есть разница, да? Вот вы прослушали по телевизору очередное выступление главного сказочника страны, который снова что-то о каких-то ракетах лопотал, заходите в соцсети, а там Авксентьева две школы и больницу отремонтировала. Пусть в Якутске, в котором вы не были никогда и, возможно, не будете, ну какая из этих новостей вас согреет больше? Вот и ответ. Им не нужны народные герои, им нужны халуи, лизоблюды, проходимцы или вообще откровенные дебилы вроде... Ладно, неважно, на фоне фриков эти просто убедительнее смотрятся. Это такое золото среди говна, простите. Но вот эта вот история пока работает, такая тактика в смысле. А это реальная журналистика, как всегда, о прекрасном сегодня. Поехали! А вообще забавно, слушайте, мы еще и жить-то в новом году толком не начали. Первый рабочий день вчера был, а хреновых новостей уже выше крыши. Пожалуйста, еще одна. В России спрогнозировали резкий рост цены на бензин. Цены на топливо уже поднялись на 8% с декабря по сегодняшний день. Мы просто пока этого не ощутили, поскольку заправляемся на АЗС старыми запасами. В январе, говорят специалисты, еще плюс 10% ожидается, то есть в районе 50 с лишним тысяч за тонну будет стоить 92-й на опте. Ну вот и посчитайте, почем в рознице литр получится. Минэнергофас, нефтяники проводят экстренные совещания, посвященные стоимости топлива, и изобретают новые механизмы, которые, наверное, должны повлиять на рынок. Странно, но чем дальше, тем больше эти новые механизмы напоминают, как там в пословице, что-то хорошо забытое и при этом не очень хорошо работающее старое. А теперь, внимание, вопрос на засыпку. Как вы думаете, каким образом вся эта история с повышением стоимости бензина скажется на ценах в магазинах Бинго? Конечно, они тоже взлетят. Для особо одаренных поясню. Просто действительно есть такие, которые не врубаются, как одно с другим связано. Докладываю. Продукты кто-то возит на чем-то. Это что-то нужно заправлять. Бензин стал дороже. Вот вам и дополнительный плюс. Там 3-5% к стоимости единицы продукции. И это еще не все веселые новости, господа. С конца января 2021 года в силу вступает вторая часть закона об обязательной маркировке некоторых групп товаров специальным кодом. Дата Матрикс, по-моему, им уже маркируют лекарства, одежду, парфюмерию, шины. На очереди молочная продукция. Молоко, сыры, масло, творог и йогурты. Зачем это собираются делать? Я, например, разумного объяснения так для себя и не нашел. Врут опять что-то типа, это своеобразная защита от подделок. Прислали подделку, вы прикиньте. Тут даже смотреть нечего, это вообще просто. Похожие ролики об обманутых покупателях появляются в сети тысячами. Кто как Светлана, которая решила приобрести духи известного французского бренда, лишь после покупки понял, что это фальшивка. Если посмотреть само стекло, передает ли камера, но я вот попытаюсь, видите?
Ну вы же понимаете, что все это передача в гостях у сказки, да? В реале история с маркировкой нужна только тем, кто на ней на маркировке собирается зарабатывать. Структурам близким к олигарху Усманову, по некоторым сведениям, они же и продавили данную инициативу на законодательном уровне. Чем оно обернется для нас с вами? Да ничем хорошим, как обычно. Молочка, например, уже через пару недель станет еще дороже, и малоимущий пенсионер или там многодетная мать, которая и так-то нормальное молоко, нормальный сыр, нормальное масло по праздникам покупали, теперь и в праздники лапу будут сосать, хотя будут тут, наверное, лишнее слово. Ой, а напомните-ка мне, кажется, совсем недавно главный актер «Сия Руси» разыграл в эфире настоящую драму, сокрушался дюже, кулаком по столу постукивал, нельзя, говорил, допустить роста цен на продукты первой необходимости. Ну было, нет? Почему в России выросли цены на основные продукты питания? Этот вопрос Владимир Путин сегодня задал правительству, и ответ у президента был. Сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал. Внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли? На 71,5%. А подсолнечное масло 23,8%. Впрочем, прошло с того момента всего ничего месяц. Мы в очередной раз убеждаемся, предводитель сказочного королевства не более чем попусту воздух сотрясает. Пошутил, давайте так скажем. Хотя умным людям оно еще тогда стало понятно, мы наблюдали очередной спектакль, ну действительно, идиотизм какой-то. Ой, цены растут, а ну-ка, министры, быстро сделайте так, чтобы не росли больше. Да, начальника, мы провели разъяснительную работу с руководителями торговых сетей, все, цены стабилизированы. А чё вы с пингвинами из Антарктиды ликбез не устроили? При чем тут вообще торговые сети? Магазин – это посредник между производителем и покупателем. Ну не магазины же цену-то формируют, оно от поставщика зависит. Или вся эта братья кремлевско-правительственная не в курсах была в начале декабря, что бензин опять подорожает, что тарифы ЖКХ увеличатся, что закон об этой маркировке никому не нужно и начнет действовать. Они что, новости из Яндекса узнают? Надоели пустомели лживые. Лучше бы они продали свои виллы на Средиземном побережье Франции или Испании. Только тогда им пришлось бы объяснить, почему вся эта недвижимость оформлена на подставные фамилии и на юридические фирмы. А мы бы, наверное, задали вопросы, откуда деньги. Ну да бог с ними. Интересно, когда этот человек говорил правду, тогда или сейчас? Ну да я отвлекся, мы же о стабилизации цен говорили. И нам, как всегда, наврали. Так вот, ребят, максимум, что они могут сделать... Живой пример, пожалуйста, буквально на ровном месте образовался перед самым выходом программы в эфир. Жена мне прислала сообщение. Зашла в магазин, покупала там что-то, в том числе ребенку палочки для молока, там или трубочки для молока, вот такие. Он их очень любит, она их все время покупает. Разумеется, ценник на них знает наизусть, пишет, не обманул великий кормчий. Сла действительно осталась прошлогодней, вот только раньше палочек в упаковке было 5, а теперь 4. Так вот эти ребята и совершают свои хваленые рывки и прорывы. Все, друзья, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на оба наших канала. Этот и есть еще новостной. Ссылка в описании. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте. Поднимем, мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.